Похните, они банят, пожалуйста. Великий день сегодня настал, был анонсирован новый состав Na'Vi по Dota 2. И часть этого состава вы сейчас увидите здесь. Это у нас Айсберг, Богдан, это у нас Андрей, Always Wanna Fly. И я очень рада, что вы присоединились к нашей организации, к этому, к этой скромной компании. Ну и, как говорится, с корабля на бал, друзья. Будем качать медиечку. И начнем мы с вами с, знаете, такой классической рубрики, которая многое даст понять, в первую очередь, фанатам. Потому что сегодняшняя новость действительно вызвала некий резонанс. Много комментариев, много мнений было высказано в интернете. И я считаю, что эти мнения нужно озвучить и дать им какой-то отклик, какой-то ответ от первых лиц. Соглы, поехали. Соглы? Короче, хотел дропнуть состав Na'Vi по Dota и вообще не смотрел этот кал. Никакой перспективы не было. Но с этой новостью это самый лучший вариант, который мог бы быть. Я даже где-то писал об этом, но думал, что это из области фантастики. Вот как эта фантастика все-таки воплотилась в жизнь? Ну, дед решил на ЗП-шечку присесть. Да, решил и чё? Подожди. Ну, это понятно. Я просто объяснил причину. Андрюха, парируй. Да не, просто это... На ЗП-шку хотели присесть. Не хотели, хотел. Хотел. У вас это получилось. И присел, да. Но я летел и присел. Лучше. Не, это норм новость. Я привез всю тройку кэрри от Flight to Moon, но саппортом можно и наших взять. Илиас лучше мухи и моложе не про Е его. Immersion тоже норм тип. Слушай, я согласен. Вот, мне кажется, вот этого парня надо еще на спортивного директора пересадить обязательно в Na'Vi. Он прям понимает все, что нужно сделать. Вот, обязательно нужно поменять меня на Илиаса. Я согласен. Он точно согласен. Полностью согласен. Роман, не гадай. Я читать? А вы уверены, что вы хотите? Да, кстати. Давай попробуем, Вонь, давай дадим шанс. Ну давай. Очень правильное решение. Сколько там? Три восклицательных знака? ФТМ красавцы. Снова. О, моя красавицы, школа, кстати. Красавицы, если быть точнее. Красавицы. А, красавицы. Да. Прости, пожалуйста, Флай. Верим в парней. Красавицы, верим в парней. В принципе, логично. Ваши парни, получается. Конечно. Впервые за долгое время. Можно сказать, что не стыдно за состав по Dota 2. Генерал и Роджер, добро пожаловать домой. И два смайлика, две скобочки. Пока. Конечно. И три восклицательных знака. Спасибо. А ведь действительно, ребята вернулись, так сказать, в отчий дом. Практически. Да, получается. А вы, насколько рады оказаться моим? Я очень рад. Ну, вообще прикольно. Да, не рад, что деда еще привели. Не хватало еще здесь. Ты никуда не денешься, мальчик. Никуда. Я никуда не еду. Ты меня услышал? Я клоун. Хорошо. Как я рада, что вы пришли в нашу организацию. Андрюха, а ты, вот как, была ли у тебя мечта попасть в Na'Vi? Или были ли такие планы? Насколько это было спонтанно, вот... Слушай, мечта была, когда только хвост пришел в Na'Vi, вот, давно-давно еще. Потом мечты не было, потом были Flight to Moon, вот. И а вот сейчас, она реальность. Да, и вот она реальность. В принципе, можно с Na'Vi повыигрывать турниры под Legendary тегом. Это лучший трансфер столетия, однозначно, Грац. Ребятам удачи в турнирах, нам будет интересно смотреть за ними. Вот такой приятный комментарий. Да, ну это просто спасибо, приятно. Спасибо, от души. Спасибо. Первое нормальное решение за последние года – укрсустав с перспективой. Ебать поворот. Ну давай, парни, жгите напалмом. Ну давай, парни, жгите напалмом. Что с парнем не так? Что у него? Ты что, он все нормально? Что, надо ебать поворот, ну давай, парни. Жгите напалмом. Жгите напалмом, все хорошо написал. Хорошо, ладно, респект. Не буду спорить, все, респект, да. Богдану Кучеренко, респект. А, Богдан Кучеренко. Можешь разлогинишься, нет? Да. Так, Боря. Опа. Это мой любимый. Можно я? Давай. Сюда. Часто бывает такая фигня, что когда крупный арка подписывает целые составы, он перестает показывать результаты. Будем надеяться, что это не про ФТМ. НС тоже такое же написал. И три бицепса. Угу. Спасибо. Спасибо, Серега. За напутствующие слова. Не, ну правда же. Ну что, не было таких ситуаций на проду? Конечно, были. Поэтому я лично предлагаю на данный момент не давать Флаю зарплату в течение 3 месяцев и давать ее мне. А потом уже по чуть-чуть, $100. Так. Хватит. Потом 100. Один бакс. Ага. И так вот. И так до конца, да? Я считаю, что ты тоже находишься в составе текущем, поэтому деньги нужно отдавать мне. We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Следующий комментарий.
По мне, так это лучший из возможных вариантов. Они играют хорошо, на третьих позициях отличные игроки, на третьей позиции отличные игроки, Сори, Флай и Бадян. Ага. Оплатить большие деньги для выкупа ГПК и остальных молодых, чтобы в теории они могли и не заиграть, такое себе удовольствие. Ну, во-первых, в этом комментарии перед вами извинились за то, что вас, видимо, недооценили. Да ничего страшного, дружище. Насколько это больно? Вообще, поебать. Привычно? Абсолютно похуй. На всех клоунов, которые что-то пишут. Не, ну все равно, это же позитивный комментарий. Ну как лучше тебе сказать позитивный? Вариантов. Подожди. Они играют хорошо на третьих позициях, отличные игроки, Сори, Флай и Бодян. Я думаю, ну, ничего. Ну, у каждого есть свое мнение. Я если согласен. Если мне нравится, как мы играем, это я абсолютно нормально. Согласен. Я не думаю, что прям не нравится, я думаю, что тут скорее речь о... А где негативные отзывы? Нужно не, больше. Он просто, он подчеркнул, из-за чего мы, видимо, такие крутые. Он извинился перед нами, что нас, допустим, там, ну, знаешь, не упомянул. Mm. Понял, Флай? Да. Любимая команда, любимая организация объединились. ПОГ. Ну, Град еще, наверное, это самое грамотное решение менеджмента Dota состава за прошедшие годы. Обратите внимание, сколько лайков на эти 40 и 44. Один дизлайк. Муншайн и Тассадар. Ну, объективно, чё? Новость людям понравилась. Да, объективно очень вопрос, мало. Если... Это, хороший комментарий. Очень мало, да, на самом деле. Там были твиттеры, присел на ЗП, но больше такого я негативного не видел. Да, спасибо, кстати, за комментарии. Вот, от души. Возвращение легендарного Вити машины Роджера шашлыка в Нави. Это хайп. Жалко, Алохи нету. Так бы медичка до небес. Ну это факт, да. Кстати, про медичку. Да. Это значит первая капля в этом море. А дальше будем мы производить какой-то контент? Слушай, ну можем. Можете? С Флаем контент. Он очень харизматичный парень. Не, ну просто я вспомнил, что есть рамки того, что можно говорить. Один из комментариев, значит, у нас наш любимый Жекич Шадоувеха в футболочке Нави. Да, как бы вы прокомментировали? Это как бы намек на тренерство Жекича и Неймаса непосредственно в нашей команде. И что скажете? Пока ничего не говорю. Кичу респект. Кичу респект, а по поводу тренерства мы подумаем. Ну, футболка идет, ну согласись. Футболка идеальная. Нет, еще под рыжий. Подарок солнца. Просто пушка-ракета, посмотри на нее. Подарок солнца. Наконец-то, спустя многие годы, Нави поняли, что для того, чтобы стать будущим топ-1 СНГ, можно просто взять и подписать нынешний топ-1. Согласны ли вы, что вы нынешний топ-1? А я видел у кого-то это в Твиттере вроде. Я бы не сказал, что мы топ-1. Мы с ППП давно не играли, а они... У них финрейт больше, чем у нас. Ну, ну посмотрим. В мощных ну, да. встречах они больше раз выигрывали. А по потенциалу? Потенциал есть, но нельзя говорить, что топ-1. Да. Скромно, правильно, поддерживаю. Тебе 20. Да. Какой потенциал? Ай! Мне тоже почти 20. 19 команд, 10 лет спустя. Андрюха Флай. Мне 23 годика. Всего. Правда? Да. Я молодой. Молодой, жирный, горячий. Как чебурек. 19 команд. 10 лет спустя Андрюха Флай Бондаренко так и добирается до рожденных побеждать. Да, это Виталий. Звучит как какой-то квест для тебя, к которому ты шел всю жизнь. Мы уже это обсудили? Да, да, что обсудили. Скажешь? Да ничего, а что сказать? Добавить еще. Ну все, теперь есть что внукам рассказывать. Да, теперь есть все. Я был в Нави. Все. Супер. Галочка. Был. Ты только пришел, а, ну, уже был. Вот я... Флай уже знает. Не, ну я когда ты внуки будут... В смысле, вы сказали слово внуки. Вот, а Ильяс поэтому... это еще не... Ну вот, подписать full FTM состав это здраво, гораздо интереснее, чем миксовать аргонов и FN. Главное, чтобы FTM не, что называется, не сильно ЗРП. О. Ну, тот же самый, же говорю, как когда... А я писал. Уже предложил альтернативу, просто не давать зарплату. Я согласен. Так, следующий комментарий. Ахаха. Аха, точнее. Взять Аха. Генерала и Роджера, которых вы уже пробовали, и у которых не получилось, когда Санейка свободный агент. Понимаю. Ну, вот он, первый негативчик, так сказать. Арзебек. Ну, команда Нави не взяла генерала и Роджера. Команда Нави взяли фулл состав с генералом и Роджером, поэтому это разные, разные вещи. Поэтому, к сожалению, молодой человек не прав с данным высказыванием. Все. Санейка, кстати, тоже играл бы. Также, походу, написал, если бы мы, они Санейка взяли. Знаешь, нет, так нет, в смысле, он противоречит сам себе. Если бы взяли Санейка, он бы ну, то же самое написал бы. Ну, не, я убежден не видит в этом. Всей картины. Но зачем ты его сразу обижаешь? Ну, да, он маленький еще, неопытный. Он сам себе противоречит.
Вот видишь, меня поддерживают, так что счастливо, вышел, блин. Максимальная притопка, коротко и ясно. То есть до вас топить, что будут максимально? Будут, да. Это приятно. Греть душу. Это приятно, греть. Да, да. Согласна. Да. Так. Главное не обосраться. Ну в целом, какие эмоции испытываете? Что хотели бы сказать фанатам? Знаете, нужно призвать, чтобы болели за вас, поддерживали. Фанатам тоже... не делать поспешных выводов, а узнать Флая побольше. Он, конечно, такой агрессивный дедок, но он... Вполне дружище, себе. Давай потише. Ага, все. В принципе, я все сказал. Болейте за нас. В нашей игре ничего особо не поменяется. Это то, что я хотел сказать. Угу. Вот. Снимать то, как вы, друзья, беседуете, сплошное удовольствие. Можем, конечно, оставить камеру здесь и уйти, но нам нужно завершить этот видос. Мы, завершай. В принципе, сказали все, что хотели, да? Завершай, да. Мы спасибо сказали большое, друзья, еще увидимся. И вам спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши позитивные комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на соцсети, ребята, на мои можно. Спасибо, всем пока. А душе, можно ПД открыть? Душевно. Там намного лучше. Кстати, там на разнообразие намного. На ПД реально там получше будет. Давай, дед, ты более... В смысле? Нет, давай, давай. Дед, ты же пиздец. Давай, блядь. Ты же пиздец умный. Давай, блядь. Я не умею. Ты нашу тему даже не нашел, долбоёб. Ой, вверх, как так тяжело? Ну так спроси, дед, что? Откуда я знаю? Надо зажать и повертеть, да, дед? Когда дед сел за ноутбук? Говном с новой лопатой решили кормить. Фуя серебрендинг. Град Трумфана сегодняшнего состава, который ни на что не придут в рамках тир-1 сцены. Вот, вот это нормальный комментарий. Хорош, блять. Хру! Ебать, тут ростер, пизда, там ростер, блять, блять. Охуеть, что происходит, хотя это самый разумный шаг. Ладно, еще одно адекватное мнение. Никому не интересное. А твое, думаешь, интересно? Все, завали ебало. Mm-hmm. О, гениал Роджер, кепку бы еще на Снэйче поменять. Бля, тут так лютая притопка, а так вообще бы потек. Ну, видишь, уже неплохо. Да, блядь, это даже хейт. На ПД почти не хейтит. Да, да, это очень странно. Ладно, ПД сгнило, если честно. Окей, парень. Все, ладно, мне надо... Я знаю, что я буду делать. Я закроешь приду рот домой. Нахуй свой нет, уже, я приду домой, нет? И поставлю кипурик чисто на аватарку в стиме. И тут твое ебало, знаешь, с красным носиком клоуна.